Представь, что у тебя в руках не просто машина времени, а ключ к самой памяти Вселенной. Не из кино, не из фантастики, а реальный инструмент, который умеет читать свет, словно послание, идущее к нам миллиарды лет. Этот инструмент зовут космический телескоп Джеймс Уэбб. Он не просто телескоп, он новый взгляд человечества. Его зеркало обращено туда, где пыль скрывала тайны, и где до этого была лишь темнота. Он пришел, чтобы показать нам рождение первых галактик, дыхание молодых звезд и невидимые до сих пор миры, где в атмосфере может скрываться жизнь. Сегодня мы пройдемся по самым сильным кадрам, по тем изображениям, которые способны изменить наше понимание реальности. Мы увидим, как выглядело детство Вселенной, услышим отголоски темной материи и попробуем понять, зачем человеку это знание, для чего нам видеть то, что раньше было скрыто. Если готов, ныряем в глубины. Там начинается настоящее путешествие. Хаббл подарил нам иконы, столпы творения. Невероятные глубокие поля, оттенки космоса, которые вошли в нашу культуру. Но Хаббл смотрел в видимом свете. В тот свет, который чаще всего объясняет структуру, но скрывает зарождение. Джеймс Уэбб действует по-иному. Он смотрит в инфракрасном. Это как надеть очки, которые пропускают сквозь дым и туман. И вдруг перед тобой раскрываются целые миры, которых раньше не было видно вовсе. Это смена перспективы. Это не просто лучшее фото. Это новый способ смотреть на прошлое. И в нем скрыты вопросы, которые меняют не только научные модели, но и наше место в истории. Первый глубокий кадр этого телескопа — крошечный участок неба, размером с песчинку, открыл тысячи галактик. Казалось бы, что там может быть удивительного? А оказалось, все. Мы видим свет, который пробыл в пути миллиарды лет. Мы видим галактики настолько ранние, что их форма и масса не совсем укладываются в наши прежние ожидания. Их слишком много, они слишком яркие, они слишком сложные. И это подталкивает ученых пересмотреть сценарий ранней эволюции. И если коротко, тот маленький участок неба, как древний свиток, который переворачивает страницу в книгах по космологии. Как думаешь, что еще скрывает космос? Там, где другие телескопы видели лишь серую пыль, телескоп Джеймса Уэбба увидел клубы горячего газа, протозвезды, струи и коконы. В кадрах родильных туманностей происходит настоящее чудо. Материи достаточно, условия подходящие. И звезда, как священный огонь, начинает гореть. Это не художественная метафора. Это химия и физика в действии. Мы видим, как газ под давлением превращается в свет, как магнитные поля и турбулентность формируют структуры. И самое главное, понимаем, что наше Солнце когда-то прошло через такие же врата рождения. Стоя перед этими кадрами, трудно не подумать. Мы — результат процессов, которые повторяются по всей Вселенной. И это одновременно грандиозно и очень лично. До недавнего времени атмосферы чужих планет были нам почти недоступны. Теперь новейший телескоп Уэбб научился читать их химический почерк. Мы уже видели спектра, где фигурирует вода, оксиды углерода, метан, молекулы, которые указывают на сложную химическую жизнь атмосферы. Да, пока что речь идет в основном о горячих газовых гигантах, не о пляжах и океанах. Но сама возможность читать атмосферу — это переход от гипотез к наблюдениям. Это как если бы раньше мы слышали шум вдалеке, а теперь имеем микрофон в руках. И вопрос сейчас такой: где та грань?
за которой спектр начнет указывать не просто на присутствие воды, а на признаки биологии. Как изменится наше мировоззрение, если однажды такое наблюдение подтвердится? Мы к этому приближаемся. Одно из самых спорных и волнующих открытий — обнаружение зрелых массивных галактик там, где по нашим моделям их быть не должно. Как могли такие структуры сформироваться так быстро после Большого Взрыва? Ученые предлагают версии. Возможно, мы недооценили роль темной материи. Или процессы звездообразования шли гораздо интенсивнее. Возможно, часть физических механизмов ранней Вселенной работает иначе, чем мы думали. Это не значит, что прежние теории ошибочны. Это знак того, что картина сложнее, и нам предстоит перестроить отдельные детали. Именно такие противоречия – двигатель науки. Они заставляют нас пересматривать основы и смотреть шире. Черные дыры – не просто поглотители света. Они – ключевой элемент эволюции галактик. На инфракрасных кадрах Уэбба мы видим, как материю засасывает в центр, как вокруг формируются яркие диски и мощные струи. Интересно, что поведение черной дыры часто связано с рождением новых звезд. Иногда она уничтожает все вокруг, иногда ее активность сжимает газ, провоцируя вспышки звездообразования. Парадокс созидания через разрушение. Этот танец между созданием и уничтожением – одна из тех сцен, которые показывают нам, что Вселенная не делится на хорошее и плохое. Все взаимосвязано. И телескоп помогает нам увидеть эту взаимосвязь в деталях. В кольцах и щелях вокруг молодых звезд скрыт рецепт будущих миров. Космический телескоп Джеймса Уэбба показал нам структуру дисков с поразительной четкостью. Концентрические кольца, темные провалы, асимметрии – все это признаки процесса объединения. В этих пылинках силикат, лед, органические молекулы. Сложные молекулы, которые могут стать строительными блоками биохимии. Представь, молекулы, разбросанные по дискам, со временем собираются в кометы, астероиды, планеты и, возможно, переносят органику и воду на новорожденные миры. Если в дисках есть органика и лед на ранней стадии, возникает мысль: Вселенная очень щедра на ингредиенты для жизни. Теперь вопрос, насколько часто из этих ингредиентов возникает жизнь сама по себе. Веришь, что мы найдем жизнь в космосе? Галактика-колесо — это галактическая картина столкновения. Представь диск, в который врезается другой объект. Возникает ударная волна. Кольцо с активным звездообразованием, и внутренности галактики преображаются. На кадрах Джеймса Уэбба кольца светятся рождением звезд. Центральная часть наполнена энергией. Это как снимок природной катастрофы, но в космических масштабах. И в этом хаосе рождается порядок. Новые звезды, новые скопления. Галактика-колесо — не просто эффектная галактика. Это окно изучения того, как столкновения формируют галактики, как ударные волны инициируют рождение целых поколений звезд. Такое наблюдение — учебник по динамике больших структур. «Танец пяти» — это классика. Его кадры у телескопа Джеймса Уэбба выглядят как оперативная хроника космического взаимодействия. Пять галактик, сцепленные гравитацией, образуют сложную сеть приливных хвостов, ударных волн и зон звездообразования. Здесь хорошо видно, как материя перераспределяется, как межгалактический газ формирует мосты, в котором звезды и газ перемещаются между системами. Такие мозаики показывают, галактики — не изолированные острова, а участники большой игры.
где каждый ход меняет ход истории соседей. Тарантула – гигантская звездная кузница. Туманность Тарантула – одна из наиболее энергичных областей звездообразования в нашей околозвездной галактике. Космический телескоп детализировал ее как никогда ранее. Сверхмассивные молодые звезды, фонтаны газа и света. Эти регионы служат лабораториями для изучения интенсивных процессов. Как формируются самые массивные звезды, как их ветер взаимодействует с окружающим газом и как суперновые вспышки перерабатывают среду. Тарантула дает представление о крайних условиях звездообразования. И это важно для понимания, как формировались первые звезды во Вселенной. Массивные скопления действуют как линзы, искривляя свет далеких галактик и делая их видимыми. Наш телескоп использует этот эффект, чтобы заглянуть еще дальше, туда, где свет дошел до нас, будучи искаженным, усиленным и растянутым. Эти линзы – подарки природы. Они помогают нам увидеть объекты, которые сами по себе были бы слишком слабы. И эти взгляды вновь показывают, ранняя Вселенная может быть богаче, чем казалось. Линзирование – один из инструментов, который расширяет наше поле зрения почти по волшебству. Подытожим. Уэбб сделал не одну революцию. Он открыл целую серию вопросов. Ранние галактики оказались более сформированными. Звездообразование интенсивнее. Протопланетные диски богаче компонентами. Атмосфера доступна спектральному чтению. Каждое из этих открытий – вклад в ту картину, которая может потребовать переработки математических моделей, повышения точности симуляции и пересмотра старых предположений. Наука – это разговор. И Уэбб громко сказал: «Давайте поговорим заново». Впереди планируются синхронные кампании. Рентген, радиодиапазон, оптика. Каждый инструмент воскресит тот или иной аспект реальности. Совместные данные дадут нам более цельную картину, динамику, химический состав, движение. А дальше новые миссии, и мы будем строить более интегрированные модели. Но главное — скорость. То, что раньше длилось десятилетиями, теперь происходит в рамках лет. И это меняет не только темпы науки, это меняет способ нашего мышления о Вселенной. Каждый снимок Джеймса Уэбба — это зеркало. В нем мы видим не только далекие галактики, но и самих себя. Мы — продолжение этой Вселенной, созданная из пепла звезд, которые угасли задолго до того, как возникла наша память. Когда мы смотрим на эти картины, кажется, что космос говорит с нами языком света. И каждая частичка света, летевшая миллиарды лет, напоминает. Реальность гораздо больше, чем способна вместить наши мысли. Но самое удивительное — это мы. Крошечные существа на едва заметной планете, способные видеть все это. Способны задавать вопросы, на которые нет окончательных ответов. И может быть, смысл и есть в том, чтобы искать, зная, что конца поиску не будет. Если эти мысли откликнулись тебе, напиши об этом в комментариях. Поддержи это путешествие лайком, подпиской, своим словом. Потому что чем больше нас, тем дальше мы сможем заглянуть. Спасибо, что был здесь. Вселенная продолжается. И внутри нас тоже.